Поддержка юных спортсменов – вклад в будущее. Первоуральские металлурги передали Академии хоккея с мячом «Уральский трубник» новую экипировку. Как оценили подарок воспитанники и их родители, расскажем в сюжете. Давай попробуем. У юных хоккеистов настоящий праздник. Воспитанникам Академии хоккея с мячом «Уральский трубник» вручают новую экипировку. 52 пары профессиональных коньков, а также щитки, шлемы и налокотники. Все это помог закупить Первоуральский новотрубный завод ТМК. На развитие детского хоккея предприятие выделило около 1 миллиона 400 тысяч рублей. Ту поддержку, которую мы оказываем, она позволяет родителям, может быть, в меньшей степени задумываться об обеспечении ребят какой-то формой, но а ребятам это хорошая, качественная форма. Мы всегда надеемся, что эти ребятки потом в будущем будут защищать честь города Первоуральска на соревнованиях разного уровня. В Академии хоккея с мячом сейчас занимается около 250 детей. Как говорит руководство, количество учащихся будет только увеличиваться. По словам родителя одного из юных спортсменов, полностью экипировать ребенка стоит около 35 тысяч рублей. Поэтому поддержка предприятия позволяет значительно снизить финансовую нагрузку. Это очень приятно, это очень важно, это необходимо, тем более в нашем городе это единичный, можно сказать, случай, что поддерживают настолько, что полностью поддерживают. Сегодня вечером тренировка у нас на льду, он уже прямо, уже сейчас прямо хочет, поехали кататься. Нужно тренироваться, уже очень охота ему. Профессионалы уже оценили высокое качество и функциональность новой экипировки. Считают, что это поспособствует достижению высоких спортивных результатов детьми. Я в свое время мечтал о какой-то там щитках, о какой-то форме, а они сейчас это все получат. То есть это, ну, это просто шикарно, поверьте мне. Я помню свое детство, когда там что-то где-то у кого-то выхватить клюшку там или коньки какие-нибудь старенькие давайте, а они получают все это новое. Это, я не знаю, это можно назвать, наверное, детским счастьем. Юную хоккеистку Даниэлу больше всего впечатляют коньки, ведь они на липучках, а значит, застегивать их перед тренировкой она сможет самостоятельно и очень быстро. Я очень сильно хочу в коньках этих поиграть. А кем ты хочешь стать? Хоккеисткой. В какой команде хочешь играть? В «Уральский трубник». Поддержка спорта в Первоуральске, в частности хоккея с мячом, многолетняя традиция металлургов. В 2023 году предприятие выделило более 15 миллионов рублей на спортивный инвентарь и форму, а также на расходы на выездные соревнования. Лейла Алиева, Николай Швецов, новости Первоуральск.